смотрите точнее. Лейкоз не пройдет. Как в Висецком районе проходит программа оздоровления крупного рогатого скота? Занимательный эксперимент. Видите, я уже его в тупик загнала, и поэтому вот-вот-вот-вот. Какими изобретениями готовы похвастать ученики физико-математической школы? Что общего между автомойкой и профессиональной чисткой зубов? Узнаем и расскажем подробно. Откроем тележурнал «Вместе» в 18.30 на канале «Тюменское время».